Не доходя рынка по вторникам, мы обнаружили вот такой парк и качели. Они оказались, вы знаете, не для детей, а как раз таки для взрослых. Они очень высокие, очень классные. Мы сейчас катаемся, и Виолетта пытается меня перевесить. Ну давай, старайся. Они очень высоко поднимаются. Своими 30 килограммами она хочет перевесить мои 50. Эй, не тряси! Снимаю весь процесс, как Эртан пытается залезть. Я вешу наверху, понимаете? Ну да, я наверху, они меня перевесили. Я вешу наверху. Вот так наверху я вешу. А классно, когда так смотришь, кажется, не очень высоко, но когда сидишь, это вообще классно. Опа, детство вспомнила, вот это я подпрыгнула. Теперь мы оставили наверху Виолетту. Эртан со мной. Виолетта, помаши всем ручкой. О, хитруля, она спрыгнула. Мы сегодня гуляем не одни. Света, помаши. Мы сегодня гуляем с нашими друзьями, которые неожиданно к нам зашли в гости. Наконец-то мы выбрались. Не сказано, не гадано. Не сказано, не гадано, да. И вытащили нас на улицу. Ну, спой, Алиночка, спой. Хватит сидеть в темнице. А мы расслабились, в школу не надо. Ну, а дальше? Молодчинка какая! Это мы шли в один парк, по дороге увидели другой, решили здесь притормозить. Вернее, Айлин скомандовала, и все остановились. И качельки такие супер! Вот такие высокие, да. Дети, кстати, на них испугались. А мне вообще классно было. Здорово, я как ребенок попищала, побежала. Знаете, прямо все внизу опускается аж вниз, когда сверху летишь вниз на скорости. А я здесь. Опа! Я здесь. Молодец. Девочка, ты моя, маленькая, миленькая. Ну давай, девочка моя. Ай, какая молодец. Да так фигурно, да так красиво. Прям как Кит Файджи Сэм. Ой, прям Кит Файджи Сэм. Спасатель Сэм. Это мультик есть такой. Давай. Это Света мастер-класс проводит, как спускаться с трубы. И спускаешься, жинь, поняла? Ножками вот так обхватываешь, загребаешь ножки. Виолетточка! Кит Файджи Сэм! Эртан, отойди, пожалуйста, сейчас Кит Файджи Сэм. Опа-опа-опа! Бежи! Молодец! Я! Тебе тоже скатно! Девочка моя, ну скатись, моя хорошая! Ура! Виолетточка скатилась! Вы видите, у нас солнышко, а этот парк находится в тени, поэтому мы решили перейти туда, где солнышко. Вот через эти симпатичненькие дворики мы как раз выходим на улицу, на которой проходит по вторникам рынок. Это парк на вторничной площади, на вторничной улице, наверное, площадь так не назовешь. Так, Эртанушка. Бери палочку. Эй! Воин! И мы сейчас направляемся в Бим, что-нибудь купим. Деткам пожевать. Вот он, Бим. Ну и зайдем с вами посмотрим. Магазин Бим, и мы идем вовнутрь. Палочку оставь, Эртанчик. Тебя не пустят с палочкой. Давайте сначала посмотрим, какие у нас здесь цены. Это то, что по скидочкам продается здесь. Можно с улицы сразу посмотреть. Так, Эртанушка, отойди, пожалуйста, я там буду сейчас снимать. Так, кастрюли, сковородочки, чайничек. Ну все, мы заходим. И вот такой планшет Каспер. И он стоит всего 599 лир. Эртан выбрал себе йогурт.
А шоколадку с молочком, Ртанчик, вот его любимая шоколадка. Киндер Пингуе. Так, давайте посмотрим на цены масла. 19,95. Немножко так сумбурно получается, потому что очень много детей, и они у нас очень шустрые, и за ними постоянно нужно смотреть. Так, сливки. Мне очень нравятся эти сливки. 3,50 стоят. Очень классные сливки. Сейчас подожди минутку. Значит, готовые салатики. По 1,65 это русский салат. Это как наше оливье, ну, немножко напоминает мясной салат наш. Так, и аджилы из месси. Вот такая, как аджика, остренькая. Билдерджин юмурта. Перепелиные яйца. 2,10. У нас уже был с вами разговор. Ага, мы здесь уже с вами были. Мы здесь с вами были в прошлом году, ну, где-то, наверное, месяц назад. Так, подождите, цена плохо видна. 5,90. 5,90 там написано килограмм ананаса. Вот этот планшет Каспер. Он такой на ноутбук даже похож. Он открывается. А этот на что? Самсунг. А сколько он стоит? А сколько он стоит? 169. Нет, нет, здесь что-то другое. А, 169, да, он стоит 169. Вот, 169. Вот. Мам, вот, хочешь? 99 стоит принтер Canon. Мышка стоит 19. Кстати, нам нужна новая мышка, но не сейчас, в следующий раз. Так, вот мы его открыли. Это ноутбук, да, это не планшет, это ноутбук. Нет, он убирается, вот, смотри. Убирается, вот, да? А, то есть можно планшет, можно ноутбук. Да, вот. Здорово. Здорово, 600 лир получается, 599. Такая психологическая цена. Цены на курицу. Это у нас бонфиле. Это филе. Это крылышки. Это бедрышки, разделанные на косточки. Так, это у нас будет просто бедро на косточке неразделанное. Это у нас... В общем, какая-то часть курицы. Так, это изгаратова. Что у нас? Так, а это индейка. Это индейка. И это индейка. Показываю вам сейчас. Здесь вот эта индейка называется хинди. А это курица. Вот так у нас активно проходит сегодняшнее посещение магазина. Вам наши любимые. Где любимые? Буковки. Чьи любимые? Это мои любимые. Я не люблю. И это твои. Вот эти твои любимые. Здорово. А, заколочки такие классные. Ртанчика палочка любимая. И мне очень нравится в шоколаде миндаль. Вот за 4,75 подорожал. Он был 3,5, по-моему, или 3,60. Ну, что-то такое. Немножко подорожал, да. И здесь любимый отдел моих детей. Вот сюда дальше проходите. Здесь все сладкое, сладкое, сладкое. Вот они разные шоколадки. Цены 70 куруш, лира. Недорого так детей побаловать. Ну что, нашла, Света? Что хотела? Нашла. Здесь у нас цены на вот эти вещи. Ой, здесь кондиционерчик работает. Здесь так тепло, так хорошо. Так, тава. Сколько тава? 7,50. Это вот это вот маленькая, наверное. Вот это маленькая 7,50. Слушайте, как дешево. И 1,29. Какая же из них какая? А, 7,50 это, наверное, вот это. Для омлетов это вот эта тава, креп-тава. Да, вот. Вот эта плоская, блинная, она стоит 7,50, а это стоит, в общем, 30,29,90. Здесь еще дальше цены смотрим. Вот такие. Постоянно нужно заходить вот в эти магазины, А101, БИМ, ШОК, в них нужно заходить, там постоянно есть компании, вот так вот кладут какой-нибудь товар первой необходимости, такой ходовой товар, и он идет по скидкам. Заходите и смотрите, проверяйте. Давайте еще пройдемся по ценам на масло. Значит, здесь сколько у нас? 5 литров 20 подсолнечного масла, вот такое масло. Значит, стоит оно 22,90-50.
Ой, 90-50, это как классно такое. Вообще, я изобрела, вывела новую цифру, 90-50. Вы знаете такую цифру? Вот теперь она есть. Цифра имени Натальи Шинер, 90-50, 22-90-50. 22-95 это 9-95, да, с детьми вот так вот погуляешь, еще и не такие цифры выведешь. Так, здесь сколько? У нас здесь 2 литра, по-моему, да? Да, здесь, ну, чуть меньше, чем 2 литра. Здесь у нас... Сколько? Здесь 1 литр, и он стоит 5,25. Дальше кукурузное масло у нас 5 литров стоит 23,45. Еще подсолнечное масло. Сколько? 5 литров тоже. Оно стоит 19,75. И оливковое масло. Большая бутылка. Вот мы вот таким пользуемся. Вот таким оливковым маслом мы пользуемся для жарки, потому что я однажды в программе услышала, что оливковое масло при жарении как раз-таки не выделяет канцерогенов. И мы отказались от подсолнечного, но у нас идет только салаты, а жарим мы все на оливковом масле. Кстати, я стала замечать в программах про готовку, про кулинарию, повара тоже жарят все именно на оливковом масле. Значит, смотрим, оливковая большая 26,95 и маленькая 17,95. Ну, собственно, здесь консервированные такие вещи, это 2,15 стоит. Видите, такой микс. Что ты будешь? Нет, зайка, я думаю, что это не стоит сегодня брать. Где вода? Какая вода? Вот водичка, вот водичка. Ты водичку хочешь? Ну, бери водичку. Маленькую. Маленькую, бери маленькую. Наверху, видишь маленькую водичку? Водичка здесь стоит 30 куруш. Что ж подорожало, была 25. Вот меня поставили перед фактом, что вот это все я должна буду оплатить. Я в раздумьях. Все-таки уговорил меня Эртан на эту игрушку. Это лиру 50 стоит такая игрушка. Покажи, что ты выбрал. Он выбрал какой-то ходячий арбуз. Зачем тебе ходячий арбуз? Они заводятся. Эти игрушки заводятся. Ладно, будет у нас ходить арбуз. И что в нашей корзинке? Что мы в итоге взяли? Сейчас для меня будет много сюрпризов. Заплатили мы за все 8,75. Взяли чубуки, такие вот палочки, соломку. Она очень вкусная, в принципе, это я не против совсем. Давай, Витовичка, дальше смотрим. Вот это гадость. Я категорически против, но ладно, сегодня суббота, один раз разрешу. Это чипсы. Давай дальше. Витори, что у нас желать? А, яйцо, это ходячий арбуз. Ходячий арбуз, короче, у нас будет дома ходячий арбуз. Это он катится? А, он заводится и катится, будет сам по себе кататься. Это желатинки. Ой, желатинки, и еще одни желатинки, и бисквиты. Да, из всего, что нормально, да, бисквиты. И вот этот йогурт. Единственное, что здесь можно есть нормально. Остальное вроде понабрали, но столько гадости просто. Ну ладно, сегодня будем баловать детей. А куртку Виолетта подарила магазину. И здесь у нас будет пикник перед магазином. Куча ерунды. Кто что кушает? Да, куча гадости набрали. Звездочку. Звездочка. Кушаем детское питание. Это из этого. Такой смешной арбузик. Опа, прыг-скок, заведи его, Виторик. Мам, будешь... Там еще шарик был внутри, да? Нет, это Алина дала. А, Али? Давай, шарик, давайте. Опа, прыг-скок. Покатился. Покажи Эллин свои заколочки. А Эллин, ну мама выпросила звездочку. Надувать? Нет, надувать я сейчас не буду. Попроси у Виолетты, она хорошо надувает. Покажи свой шарик. Девочка моя. У тебя прям сегодня такая детская прогулочка. Так, как хорошо с детьми гулять. Солнышко уже село, но мы все равно не оставляем попытку дойти до детского парка, другого, следующего. Может, мы наиграемся по дороге? Как-то продвигаемся медленно. Мы вышли на Мехмед-Чыкыр, на улицу нашу любимую. Наши фонтанчики, я вам сейчас горы покажу красиво. Видите, в глаз нам еще чуть-чуть, пару секунд посветило солнышко, все-таки мы его немножко застали.
Вот наши горы, горы, горы. Я вас должна приблизить, чтобы вас было видно. Вот так. Наши горы без снега. Так, а это у нас магазинчик Natural Shop. Здесь бахарачи, то есть разные-разные натуральные вещи, специи всевозможные, мыло, мочалки из натуральных всяких материалов. Так, и вот Светлане приглянулся чай. Света, расскажи, что там за чай ты видела. Ой, тут полно всего. Лимон сую, ешь льдана. Очень всем понятно, переводи. Лимонный сок. Мята, мелисса, карамфил, это у нас что? Гвоздика, мини-бакар, не знаю что. Зинджифил, это у нас это, да? Имбирь, да. Да, карабибери, черный перец. И все, сахар, дистиллированная вода. А еще до этого вот был, которым мы, кстати, этот чай покупаем, очень часто лечимся им. Классно. Торчин, это у нас что? Корица. Корица. Карамфил, это гвоздика, и небахар, не знаю что. Карабибер тоже черный перец, зинджифил, имбирь, зинджидал, не знаю что. Зинджидал, я знаю, но это тоже такой корень, но он немножко суховатый. Как, не как имбирь, а такой немножко сухой зинджидал. Ну, в общем, тоже очень полезный, корень. Короче, полезный сухой корень, да. Хавуджан тоже не знаю. Хушбурный шиповник. Ну и что-то тут какой-то бамья-чичей. Мы уже на подходе. Наконец-то мы все-таки дойдем сегодня. Но Виолетта стоит чипсами, гадостью стоит и хрустит передо мной. Ай-яй-яй, Виолетта. Мы переходим еще одну улицу, центральную улицу возле отеля Sunstar. Идем, топаем дальше. Смотрите, еще на закате солнышко. Оно еще так в глаз еще попадает, так периодически радует нас. Но как-то мы сегодня топаем очень-очень медленно, мои все уже ушли вперед. Но все-таки я вам хочу показать финальную точку, куда мы идем. У нас на дереве вырос гамбургер, тост, кофе, еще один, сэндвич и чай. Вот на этой кроне плодовитое дерево. Здесь просто рядом кафе находится, где можно посидеть. Медленно идете. Медленно, зато как красиво. Да, плывете красиво, чудненько просто. Тело в полосатых купальниках, помнишь? Смотри, как плывут. Там здесь еще дети присоединились, нас теперь вообще много. Вот наш парк, этот вход. Здесь фонтан, место для фонтана, я бы так сказала, потому что я никогда не видела, как он работает. Но мне здесь очень нравится. Главное, что здесь детям такого возраста, как Иркан, лопнул шарик. О, трагедия просто. Смотрите, какая пальма раскидистая. В этом парке также есть чем заняться и мамам с папами. Кстати, этот тренажер, мы сейчас его пробовали оседлать. Ничего у нас не вышло, это все-таки для мужчин. Это интересно, да, головоломка такая. Интересный, интересный. Это велосипед. Ну, еще подрасти нам для этого велосипед. Нет, ничего, получается, крутит, молодец. Дальше, давай быстрее, Витулечка, батарейка мигает. Бегом. Дальше, опа. Не, ну не так, это качается спокойнее. Все понятно, дальше, Витулик. Витулечка тестирует у нас все тренажеры. Торопись. Вета, ты что, связки потянешь? Тихонечко, головой стукнулась, Витуль, ну ты же с умом торопись медленно, по-умному торопись. Так, что у нас дальше? Это что? Нет, это Витуля, скорее всего, зацепить ногами и поднимать. Нет, Витулечка, зацепи ногами и поднимай. Нет, поднимается оно или не поднимается? Нет? А как это, что это делать? Крутиться? А, вот так вот просто, все ясно. И вот так. Угу, на скручивание. Ну а для детей на кручение. Видите, как здесь симпатичненько подстрижено. И вон там у нас, подожди, Виточка, хочу показать Мегрос. Вот здесь у нас вот Мегрос.
Вот такой тренажерчик на скручивание и детское кручение. Здесь, конечно, можно полететь, если так крутиться. Витуль, здесь все-таки лучше просто на 360, не надо. Давай дальше, дальше. О, наш любимый, мы вдвоем любим с Виолеттой здесь. Еще один шарик лопнул. Следующее у нас просто, да, покрутить диски. Перебегаем на следующий. Что здесь? А, это качаемся. А мне нравится, я люблю так. Я иногда просто как на качелях здесь качаюсь. Батарейка немножко отдохнула, позволяет мне снять вторую половину. Здесь на песочке. Там, значит, на мягком покрытии, а здесь на песочке. И такая беседочка тоже для мам. Вот такой зимний парк. Наверное, будем прощаться, потому что мигает, и сейчас вырубится. Всем пока-пока!